И в заключение еще об одном событии. В центральном выставочном зале города открылась новая выставка «Святые защитники земли русской». Это проект областного фонда культурных инициатив. Своими впечатлениями поделится Анастасия Галкина. Святые защитники земли русской, их лики на православных иконах. Экспозиция святынь развернулась на днях в выставочном зале имени Кропаева. Всего представлено более 50 работ. Их собрал фонд культурных инициатив Московской области из 10 иконописных мастерских, в том числе из Клина, Дмитрова, Можайска и Волоколамска. Направлена она на подрастающее поколение, на формирование культурного и исторического просвещения нашего современного общества. Здесь есть и Александр Невский, и Анна Кашинская, есть, естественно, иконы, допустим, Казанская, Владимирская. То есть, ну, самые такие знаковые для нашего Отечества. На выставке можно увидеть иконы Архангела Михаила, Федора Ушакова, Дмитрия Донского. Как в современном исполнении, так и настоящие раритеты. Старинная икона Сергия Радонежского – одна из них. Кроме икон, на выставке представлены скульптурные работы заслуженного художника России Юрия Злоти. Выставка проработает до 23 февраля. Затем экспозицию выставят еще в 9 подмосковных городах.